Добрый вечер, дорогие друзья. Мы начинаем концерт джаз-рок ансамбля «Арсенал». Сегодня мы начнем первое отделение пьесы известного американского музыканта, одного из основателей музыки фанки, фьюжн. Это еще не был джаз-рок, но уже элементы вот фанки как раз были. Его звали Хорас Силвер. Это был один из первых людей, кто решился играть музыку фанки для белых. Вот тогда просто разделялось, что если белый оркестр, то там не было чернокожих музыкантов. Это были, кстати, 40-е, 50-е годы в Америке. Там уже тогда существовал как бы рабство такое было своеобразное, которое отменено было еще в 19 веке, но оно продолжалось и сейчас, сегрегация такая. Вот белые – это одно, кстати, желтые – это другое, а чернокожие – это третье. Кстати говоря, с китайцами то же самое было. Вот, и вот эта пьеса – это типичный образец вот этой ранней музыки фанк. Хорас Силвер – ее явный представитель. И сейчас мы исполним композицию, которую он назвал «Джоди Грайнд», которую посвятил одной из посетительниц клуба, где он играл со своими. Ее звали Джоди, и она все, такая была поклонница, что все время ходила и пытаясь привлечь к себе внимание, даже как-то так, так немножко задницы шевелила. И он тогда просто взял, а музыкантам было строго запрещено общаться с публикой. Тогда могли выгнать за это, просто потому что хотели показать, что это солидное искусство, такое же, как театр. Вот. Ну, они все соблюдали это. И вот, в общем, он потом за кулисами рассказал вот про эту девушку и сказал, что вот он написал пьесу, которую вообще между собой не называли «Джоди Вертихвостка». Вот, вот так она называется. Итак, Хорас Силвер, «Джоди Грайнд». Thank you.
Спасибо. Сейчас мы исполним еще один хит. На этот раз это будет Джино Ванелли. Это музыкант, который, в общем, родился в такой итальянской семье в Канаде. Дело в том, что в XIX веке с итальянцами шли в Европе многочисленные войны, и итальянцам приходилось тяжело. Их просто арестовывали вообще, в худшем случае, а в лучшем им просто не разрешали занимать никаких должностей и заниматься бизнесом. И много итальянцев, кстати, в XIX веке переехало в Канаду, и там возник целый штат, где жили только итальянцы. И вот там образовалась вот эта очень музыкальная семья. Дело в том, что все были очень талантливые. Отец и сыновья, все играли на разных инструментах и пели. И Джино Ванелли начал выступать на местных канадских таких концертах, фестивалях, и тут же завоевал первые места, причем близко никто не стоял даже рядом с ним, потому что слабая культура была в то время у итальянцев, которые пытались играть джаз. Вот он как раз обладал этим талантом, и ему сразу посоветовали не пропадать здесь, а переехать в Соединенные Штаты и показать себя именно там. И вот он, подучив английский язык, поехал туда. И первым, кто его, значит, там понял, это был Джино один из популярнейших музыкантов, таких чернокожих, который стал его брать с собой на гастроли, просто как такая поддержка. И вот он прошел эту практику, и тогда решился выступить уже на крупнейшем таком фестивале, который происходил в Калифорнии, где, значит, были создателями были крупные чернокожие бизнесмены. И когда он начал занимать сразу же первые места, вообще эти бизнесмены возмутились. Как какой-то итальяшка, значит, оттесняет наших чернокожих исполнителей, потому что там все чернокожие были исполнители, только менялись местами. А тут вдруг, оттеснив всех этих чернокожих людей, какой-то Джино Ванелли. И, в общем, его решили убрать. И всячески ему намекали, что если он не уедет, его могут даже и убить. И, в общем, он в конце 70-х он перебрался в Европу. И там просто начал спокойно, так как он был богатый человек, он купил себе там в Швейцарии особняк и начал, отдохнул. Потом даже съездил в Японию и там увлекся йогой. И после этого у него появились вот такие восточные тоже элементы, которые до этого присутствовали в его музыке. Вот такая история. Ну а сейчас прозвучит вот такой типичный пример музыки Джино Ванелли уже позднего. The river must flow. Река должна течь. Джино Ванелли. You're the one that I adore, and no man can love you more. It's like the river that flows to the sea, and it's you, like a judgment needs to rain. Let your water like the rain that flows to the sea.
Спасибо. Сейчас вы услышите пьесу из репертуара группы «Битлз». Дело в том, что в самом начале карьеры этой группы один из участников, Пол Маккартни, ну, они были два таких очень ведущих людей, которые сочиняли вместе и слова, и музыку, и очень часто у них возникали проблемы. Кстати, что послужило основной причиной их распада? Они никак не могли поделить свой гонорар, поскольку гонорар выплачивался целиком, а они не хотели этого. Но в то время так вот делить как-то каждый гонорар там на 30, на 70 или наоборот. И вот у них, в общем, возникли проблемы, в результате которых они, в общем, раньше времени даже разошлись, потому что к тому времени у них музыка уже созрела для каких-то дальнейших шагов вперед. И вот сейчас прозвучит такая пьеса, довольно редкая, поскольку когда-то Пол Маккартни по каким-то своим делам был приглашен в Норвегию. В Норвегии основной бизнес – это был вывоз леса. Это была бедная очень страна, которая только промышляла тем, что продавала лес. И за счет этого они разбогатели довольно так, прилично. Стали строить даже такие гостиницы. И все облицовывалось именно вот этим норвежским лесом, который они пропитывали фенолом, чтобы он не портился. А фенол издавал жуткий, неприятный, резкий запах. Но они уже привыкли, не замечали этого. Поэтому Пол Маккартни, перед тем, как, значит, его отправить утром там, на самолете, его вложили в один из номеров, его предоставили бесплатно. И он никак не мог заснуть, мучился от этого страшного запаха. И потом, когда приехал, уже рассказал своим друзьям, и, в общем, сочинил такую шуточную песню. Конечно, он ее не исполнил, потому что на него тогда обиделись. Они потеряли, в общем, одну из стран европейских для себя. Но, тем не менее, вот мы сделали тоже свою версию этой замечательной песни, которая называется «Norwegian Wood», «Норвежский лес», Пол Маккартни. Thank you.
Once I had a girl, or should I say, she once had me. She shows me a room, isn't it good, Norwegian wood. She asked me to stand, she told me to sit and wait. So I looked around and I noticed there wasn't a chair. I sat on a ride, building my time, drinking her wine. Took until two, when then she said, it's time to bed. She told me she walked in the morning and started alone. I told her I didn't and crawled on a sleep on a
She told me she walked in the morning and started alone. I told her I didn't and crawled on a sloop on a board. And when I wake, I was alone. This bird had flown. So I beat a fire. Isn't it good now we do? Спасибо. Мы закончим первое отделение композиции, написанной мною и посвященную, в общем, такому историческому явлению Алайский базар. Это был такой путь из Китая, шедший через Азию и дальше. Это были еще тогда Европа даже почти не была образована. Это были еще до нашей эры. Но они все-таки там какие-то были государства, которые нуждались, кстати говоря, в товарах, которые Китай производил. А производил он такие ковры, обшитые золотом. А обратно к ним везли то, чего в Китае не умели делать. Например, оружие, и там порох и другие какие-то изделия, редкие тогда для азиатских стран. И вот так возник Алайский базар. Это такой путь, он состоял из многих ответвлений, но главная дорога шла через как раз мимо Алайского хребта, и там образовался такой базар, потому что караваны, идущие в Европу, встречались с теми, кто вез в Китай, наоборот, товары. И там они, значит, отдыхали. И возник такой даже своеобразный как-то мини-городок, такой базар. И вот это историческое такое место я посвятил ему как раз пьесу, которую вы сейчас услышите. И я там спою как раз вот на том, как мне кажется, в той тональности, как тогда пели люди в те древние времена. Итак, Алайский базар. Baby, baby, baby.
Спасибо большое. На этом первое отделение мы заканчиваем. И через некоторое время, отдохнув, мы снова выйдем к вам уже с другой немножко программой. Но, в принципе, это останется все равно наш стиль. Такой настоящий фанки-фьюжн. Итак, до встречи.
Свет, свет дайте. Так, дорогие друзья, мы продолжаем наш концерт. Сейчас я позволю себе прочитать текст, который в советские времена, где-то в 50-е, 60-е годы, исполняли студенты. Я тоже был студентом, а может, уже молодым архитектором. Это были 50-е годы. И мы тогда собирались на квартирах и пели различные песни, которые носили такой сюрреалистический характер. Государство не очень приветствовало вообще сюрреализм в литературе, но, в общем-то, и не запрещало. Тем более, что очень многие из этих песен были посвящены каким-то нашим русским классикам. И вот сейчас прозвучит одна из таких песен, которая была посвящена кардиналу, римскому кардиналу. И, в общем, называется это... Этот случай был случай в Ватикане, вот так он называется. Ну а сейчас вот мы постараемся исполнить нашу версию. Это было под городом Римом. Там служил молодой кардинал. Утром в храме махал он кадилом, а по ночам на гитаре играл. Мелкий дождик прошел над Ватиканом. Кардинал собрался по грибы. Вот подходит он к римскому папе. Папа, папа, ты мне подсоби. Папа быстро с лежанки свалился. Он одел свой узорный спинжак и накрылся чугунной мантией и поскорее спустился в Бельведер. Кардинал был хорош сам собою. Не ходи, говорит, ты гулять, я ведь твой незаконный папаша. Пожалей свою римскую мать. Кардинал не послушался папы и пошел в Колизей по грибы. Там он встретил монашку молодую, и в любви объяснились они. Кардинал был хорош сам собою, и монашку сгубил кардинал. Но недолго он ей наслаждался, в ней под утро сеструху узнал. Тут порвал кардинал свою рясу, обкадила гитару разбил. Рано утром ушел с Ватикану и на фронт добровольно пошел. Он за родину честно страдал, своей жизни совсем не щадил. Сделал круглым меня сиротою, он папашей и дядей мне был. И вот теперь я лежу в лазарете, оторвала мне мякоть ноги. Дорогие папаши, мамаши, помогите по возможности мне. Дорогие братишки, сестренки, к вам обращается сражение герой. Вас 15 копеек не устроит,
А для меня же это доход трудовой. Граждане, лучше просить, чем грабить и убивать. Вот такой, такие сюрреалистические песни были тогда в моде. И я сейчас, вот, к счастью, вспомнил, а вы услышали. Итак, мы продолжаем наш концерт. Сейчас мы исполним один из популярнейших в 30-е, в 40-е годы хитов знаменитого американского композитора Кола Портера. Называется эта песня «Night and Day» – «Днем и ночью» – Кол Портер. Night and day, you are the one. Only you, beneath the moon or under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are. I think of you night and day, day and night. Why is it so? Oh, it's lonely for you, fellows, wherever I go. Any raging traffic boom in the silence on my lonely room. I think of you. Day and night, night and day.
night and day. Yeah. Спасибо. Сейчас вы услышите нашу версию второго фортепианного концерта Сергея Рахманинова. Ну, я вкратце расскажу историю, поскольку он в 19-м году вынужден был эмигрировать в Америку, поскольку перед этим он стал свидетелем, как его старинное имение Рахмановых было разгромлено бандой взбесившихся таких революционно настроенных людей. И он после этого вообще возненавидел как бы советскую власть и Россию. И, в общем, как-то забылся и даже первое время в Америке ничего не мог не писать. Но потом произошло чудо. В общем, он как-то проснулся и так случайно услышал, как Фрэнк Синатра поет со своим ансамблем песню которая называется Full Moon and Empty Arms, вот так она называлась. Значит, и в общем, как ни странно, ему эта мелодия понравилась, и он решил вернуться к творчеству. И вот сейчас вы услышите нашу версию вот этого второго фортепианного концерта, его второй части, который мы посвящаем памяти Сергея Рахманинова. Итак, Full Moon and Empty Arms. Full moon and empty arms. The moon is there for us to share, but where are you? A night like this could have a memory, and every kiss could start a dream for two. Full moon and empty arms. Tonight I use this magic moon to wish upon an next full moon. And now our wish comes true. My magic heart.
with you.
When I was young I never needed anyone, and making love was just for fun. Those days are gone. Спасибо. Мы закончим наш концерт композицией замечательного человека, которого звали Джо Завину. Я сейчас не буду распространяться, скажу только, что в этой пьесе я спою скетом. Это стиль, который придумал как раз Джо Завину. Его смысл в том, что можно смешивать не просто разные, такой есть как бы фьюжн, вроде, где смешивают все, но там должен быть ритм определенный и тональность и так далее. Его вот это космический такой фьюжн, он отличается тем, что там можно делать все, что угодно. И главное правило, чтобы ты искренне обращался к Всевышнему, чтобы он помог человечеству спастись. И вот как раз в скете, который я буду петь, как раз я вот постараюсь выразить это, вот это состояние. Итак, в памяти Джо Завинала «Mercy, Mercy Me». You may not like one of those bonnets to the flavor club. Oh, but she's got something much better than gold. I'm a crazy about that girl, cause she's got so much soul. And I say, it's a kind of loving, kissing, not hugging, sure. They all my mellow, they all my fellow. When I know, when she knock me on my knee, God mercy on me. She knocked me on my knee. Oh, there's no girl in the whole world that will love me like you do. Thank you.
on my knee. God mercy on me when you knock me on my knee. Shut it up, do 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 do, gong gong song. What time? But then we done ball. But then it be done song. Do da 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 da. Bop it. Shut it down. When you knock me on my knee, why do you see me? When you knock me on my knee. Но сейчас как раз подошла пора объявить вам имена участников сегодняшнего концерта. Сегодня для вас на бас-гитаре, на гитаре исполнял вокальные партии Марк Юсим. А вот на электронном бас-гитаре и на акустической бас-гитаре Евгений Шариков. На ударных инструментах Эдуард Петрухин. На фортепиано и клавишных Юрий Погиба. Ну и нельзя все-таки мне обойти себя вниманием. Сегодня для вас пел и делал, читал стихи и прочее, и объявлял Алексей Козлов. When you knock me on my knee, what this will be? When you knock me on my knee, all this no girl in a whole world. Now below me like you do. Спасибо вам за внимание. Мы прощаемся с вами. Всего вам хорошего. До свидания.